Да, следующий вопрос, пожалуйста. Вот молодой человек, не вижу, кто это. Мария Владимировна, добрый день. Наверное, вы имеете в виду меня. Меня зовут Алексей Александров, я журналист канала «Настоящее время». И здравствуйте. У нас к вам, в общем, такой вопрос. Официальные власти России до сих пор, по сути, на наш взгляд, никак не комментировали отравление Алексея Навального. Путин на пресс-конференции назвал журналистское расследование его отравления легализацией работы американских спецслужб, но тоже не ответил, по сути, причастно ли ФСБ к его отравлению. Вы можете ответить, по факту, причастно ФСБ к отравлению Навального, да или нет? Спасибо. Вы знаете, спасибо вам за доверие. Хочу вас разочаровать сразу, сенсации не будет. И президента России, и представители соответствующих ведомств, и министры иностранных дел нашей страны, и наши представители в международных организациях много раз отрицательно отвечали на этот вопрос. Если вам этого недостаточно, и вы продолжаете делать вид, что не понимаете, ставя вопрос ребром две буквы или три, я могу вас порадовать. Три. Если все-таки, а я надеюсь, что вас интересует суть, то повторю то, что многие слышат, но принимать не хотят. На протяжении нескольких лет мы наблюдаем провокации с использованием химического оружия в мире. Это и Скрипали, это Эймсбери, это Сирия, кстати говоря, теперь Навальный, за которыми стоят западные спецслужбы. В разных вариациях, но при этом цель одна – использовать тему химического оружия как удобный повод для вынесения приговора без суда и следствия, а затем применения санкций. Ну вот я смотрю, вы головой киваете, вы, мне кажется, ясность все-таки наступила в нашей позиции.